Итак, парни, всем здорово. Значит, почему я так люблю рыбалку? Для меня рыбалка – это вообще кайф, удовольствие и самое-самое большое наслаждение, которое только можно себе представить. Значит, и что общего в рыбалке и в знакомстве с женщинами, именно в процессе знакомства? Суть такая. Ну, во-первых, как можно не любить рыбалку, потому что вот такая вот красота вокруг. Это же просто неописуемая красота, тишина. Рыбалка – это некая медитация, то есть это действительно медитация. Медитация – это, по сути, что такое? Это процесс отсутствия мыслей. Я бы не сказал, что в процессе всей рыбалки у меня вообще нет мыслей тотально. Мысли как-то сужаются в один сектор. Я думаю только о том, как поймать рыбу, какую насадку поставить, куда переместиться, почему не клюет там или почему клюет. Почему клюет обычно и не думаешь, радуешься. Но в целом мысли все, кроме рыбалки, на 95% куда-то устраняются. В наше время, когда очень много в голове дерьма, очень много мыслей вообще, плюс эти новости и все остальное, всякие события, к сожалению, происходящие, это все просто забирает кучу энергии. Потому что мысли, они поедают твою энергию. И потом ты уставший и даже сам не понимаешь, почему. И я очень люблю именно спиннинг. Вот такая вот штука у меня стоит здесь, прикольная. Когда рыба хватает блесну, когда происходит поклевка, то есть этот удар или рывок, и вот с момента этого удара и до момента, когда ты вываживаешь рыбу, пока эта рыба не окажется у тебя в лодке, и ты там с ней еще пофоткаешься, в этот момент мысли отсутствуют вообще от слова совсем. То есть я нахожусь здесь и сейчас, прям просто вот меня нет. Если кто-то смотрел фильм «Мирный воин», вот этот момент обязательно вспомните его или посмотрите, рекомендую этот фильм. Когда этот мужик, ну, взрослый, старый, его наставник толкнул с моста этого парня, и тот падал с моста, летел, ну, он вышел там, разозлился, говорит, ты что делаешь? Тогда он говорит, слушай, а у тебя в этот момент были хоть какие-то мысли? Ты когда-нибудь, ну, вообще о чем-то другом думал, кроме этого? Он вообще ни о чем не думал. Он говорит, ты просто находился в моменте здесь и сейчас. То есть это как раз то, о чем пишут потоки, можно сказать, да, то есть Михаил Csikszentmihalyi, Эхарт Толли, Дэнни Пенман, Оша, то есть все они в свое время рассказывали и рассказывают именно о процессе потока, о процессе пребывания в здесь и сейчас, пребывания в моменте. То есть это и есть медитация, когда у тебя кроме здесь и сейчас нет ничего. И именно сам процесс поклевки и вываживания, он дает мне именно тотальное присутствие в моменте. И в чем общность с общением с женщинами, именно непосредственно с процессом знакомства. Когда ты видишь девушку и начинаешь идти к ней, подходишь к ней, начинаешь разговаривать, в этот момент ты не думаешь, что сказать, как сказать. То есть, когда ты уже пошел, может быть, до этого ты еще что-то прикидывал, но когда ты уже пошел, если у тебя есть навык, то есть ты проработал этот навык, умеешь о чем говорить, понимаешь, о чем говорить, знаешь, о чем говорить, или знаешь, что есть некое упражнение, которое позволяет тебе из ничего родить этот разговор, и ты уверен в том, что ты в любом случае о чем-то с ней поговоришь, когда ты прокачал себе вот эту искренность, позволение себе быть самим собой, ничего из себя не строить. То есть в этот момент ты ни о чем не думаешь так же. То есть ты находишься в процессе. Вот этот процесс знакомства, он достаточно кратковременный, но в этот момент ты в потоке, в процессе, ты здесь и сейчас, и никаких других событий или мыслей об этих событиях в твоей жизни не происходит. В этом и есть общее между процессом знакомства и рыбалкой. Ну а вообще еще раз повторюсь, то, что когда ты видишь вот такую вот красоту вокруг, посмотри, вообще классно, да? В этот момент действительно можно ощутить себя абсолютно счастливым человеком. И много не надо, надо просто, чтобы клюнула какая-нибудь щучка и пожирнее. Все, давайте, увидимся. А я рыбачить. А, вы еще здесь, что ли? Давайте, давайте, пока.